Поздравляю с победой. Как прошла игра? Спасибо большое за поздравления. Да, игра, считаю, прошла успешно. Вот, показали всю свою игру. Вот, и, в общем, хотели играть в пас, так и получилось. То, что мы сыграли в пас, был комбинационный футбол. С чем связан такой большой счет? Ну вот, я говорю, то, что были вовремя отданы передачи голевые. Вот, больно-то игроки на себя игру не брали, ну, индивидуального мастерства не показывали. Вот, а играли в пас. И поэтому соперник не успевал, я считаю. Вот, и пропускал голов. Во втором тайме несколько раз пропустили. Почему так? Ну, подрасслабились, дали слабину, если так можно сказать. Вот, от этого получили мячи. Вот, и все. Безответственность, наверное.